Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гловацкий, я директор компании DG International Group. И сегодня мы на просмотре школы Rose School, это в Ист-Хэмптоне, возле Нью-Йорка. И хотели бы вас познакомить со студентом, которого мы отправили в этом году, с Тимуром. Меня зовут Тимур, я родом из Казахстана. Мне эта школа очень нравится, Rose School, но я хотел бы начать с того, что два года назад, чуть больше двух уже сейчас, DG International Group помогли мне пойти учиться в Concord College, это колледж в Англии. Я там закончил программу GCSE, и после GCSE мне DG International Group помогли приехать в Америку, так как моя цель в дальнейшем поступить в американский университет. Мы выбирали из нескольких школ, но самая подходящая нам оказалась Rose School. Мне эта школа нравится тем, что здесь очень теплая атмосфера, во-первых. Во-вторых, здесь люди со всех разных континентов, со всего разного мира. И также в этой школе можно быть очень разносторонним. Здесь очень хорошо развит спорт. У нас очень хорошие тренера. У нас очень хороший рейтинг по штату в плане спортивный рейтинг школы. И у нас очень хорошая территория и хорошие facilities, которые нам школа отдает. Я сейчас изучаю программу 11 класса, мне еще один год, 12 класс, и я поступаю в университет. Сейчас у меня идет подготовка к университету. DG International Group мне помогает, советует, подбирает подходящие для меня университеты, я не был определен со своей специальностью, мне помогают определиться со своей специальностью в университете. И также школа очень хорошо помогает.